идея мероприятия – это классно. Во славу приятий! Вступайте в песню. Хозяюшка, хозяюшка, я все хозяюшка. Очень это прям будораживает кровь, прям кипит. Я обожаю аниме. Для первого раза вполне себе. Людей много, энтузиасты. Какой усиленной прибыли? Warcraft. Я служу плети, Нурзулу и тьме. Во славу плети! Вступайте в плети. Шикарно. А вы из какой? Я его босс. Я мой босс. Босс. Я отрабатываю бабки. Я, фриланс, такое дело, знаете. Иногда приходится работать там, то тут, где закажут. Но пока я не команд. Ля-ля-ля-ля. То есть босс он, а говорите вы? Да, все правильно. Отлично. Тогда еще такой вопрос. Вы сами делали этот косплей? Конечно же, нет. Вы его приобрели? Конечно же. Да, нам дали. Во славу плети, все во славу плети. А, во славу плети, я вас понял. Спасибо вам большое. Хорошего вам вечера. И вам тоже. Во славу плети, не забывайте! Плеть, тьма, вперед! Я очень рад, можно сказать, давно ждал. Вот глобального, чтобы республиканского такового еще до этого не было. Вот я сам интересуюсь, фанат, можно сказать, видеоигр. И представилась возможность, поэтому, можно сказать, я очень рад. А скажите, пожалуйста, вы из какой вселенной? Это видеоигра Devil May Cry 5, DMC 5. Персонажа называют Вергилий. То есть Данте не авторитет, да, для вас? Мне больше Вергилий нравится, да. Я прибыла из аниме «Наруто», персонаж мой Тамари. Этот персонаж, благодаря своему вееру, он, очень интересный, выделяющийся среди толпы, да. Благодаря вееру я решила выбрать этого персонажа. А вы сами делали этот косплей? Да, да, я сама делала. Отлично. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу самого мероприятия? Были ли вы внутри? Нет, внутри я еще не была, но мероприятие, идея мероприятия – это классно. Честно, потому что в Узбекистане это, наверное, впервые такое масштабное мероприятие проводится. И я думаю, если каждый год проводить, то будет вообще шикарно, честно. Добрый, я прибыла из вселенной великого, просто могущественного человека, как Хаяо Миядзаки, из Ходячего замка. То есть вы ждете своего хаула? Найдете своего хаула? Очень прекрасно, конечно, но мой хаул уже есть. Ой, это замечательно. Поздравляю. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь вообще к этому мероприятию? Были ли вы внутри? Внутри я еще не была, я пока только здесь обосновалась. Но ничего, в скором времени я туда приду. Больше всего действительно хочется ислама. Это что-то вроде «Хозяюшка, хозяюшка, я все хозяюшка!» Поэтому да, без этого вообще никуда и никак. Вселенная «Благословение небожителей». Это аниме. Это китайское аниме. Я название, честно говоря, не помню. Я не сам сочинял все это. Мне Даша, организатор, одна из организаторов, помогла с этим костюмом. Все сделала, собственно. Я только материалы купил и оделся. Вот. Это отлично. А вообще, как вы относитесь к такому мероприятию? Довольны ли вы, что впервые вообще в Ташкенте у нас такое? В Ташкенте это мероприятие. И мне очень нравится. Я был в Москве в 2018 на настоящем Комик-Коне, и я был просто в восторге. Тогда я даже сам никогда не пробовал быть косплеером. Я сегодня первый раз в жизни попробовал сам косплей. А до этого только смотрел, восхищался, фотографировал. Также был 2022 на Эпик-Коне в Москве, уже поменьше мероприятий, но тоже было очень хорошо. Все вывезли косплееры. Надеюсь, здесь тоже будет классно. Очень надеюсь. Киберпанк игра или аниме? Скорее, знаете, у меня гибрид. То есть ни аниме, ни игра. То есть я по-своему сделала немножко костюм. Так. А можно еще один такой вопрос, очень тонкий. А где ваш Дэвид? Вот Дэвид. То есть он здесь? Да. Мне
уже нравится. Народу, во-первых, много, очень это прям будораживает кровь, прям кипит. Я обожаю аниме, обожаю вот культуру вот именно косплееров. Всегда мечтала куда-нибудь за границу поехать и попробовать, да, там, покосплеить, пофоткаться. Это такая вот... В душе аж прям радость идет. И мне это очень нравится. Поэтому я только всеми, руками за такие вещи. И я очень счастлива, что у нас такое продвинулось. Мне, допустим, 26 лет, и лет 10-12 назад я только мечтала о том, чтобы вот так, чтобы куда-то прийти, какую-нибудь кучку, и хотя бы что-то одеться, хоть горничную, я не знаю, хоть в раба, хоть мумию заплестись, ну, чтобы пофоткаться, как-то вот это ощущение испытать. А теперь это вот как раз у нас такая вещь есть, и я прям счастлива. Вот этот костюм я сама шила. И многие тут косплееры, я им тоже костюмы шила. Тут бегает Урахара, там еще двое мальчиков, еще девочки. То есть даже конкурсантка есть, которую я тоже из Геншина костюм шила. То есть как-то вот так. У меня нету такого, чтобы у меня было одно любимое, да, аниме. Я люблю все. То есть игры, аниме, все обожаю. Поэтому я не зацикливаюсь на одном. Если что-то интересное выходит, я его сразу смотрю, влюбляюсь. То есть и так же и с персонажами. То есть любое аниме, оно прекрасно по умолчанию. Я из вселенной стратегии Red Alert. Red Alert. Вы за кого болели? А, ну за Юрия, да, я, видимо? Я Юрий. Отлично. Как планы по захвату мира? Идут прекрасно, начинаю отсюда. Ну, с чего-то должно начинаться. Для первого раза вполне себе. Людей много, энтузиасты. То есть вы довольны? Да, неплохо.